Ален, расскажи, как начинался твой путь представителя? Сначала я заделала заказы только для себя, для своей семьи. А потом ко мне подтянулись потихоньку подружки, коллеги, там, знакомые. Ты помнишь своего самого первого клиента, который не из круга твоих близких был или семьи, да? И какой продукт ты ему порекомендовала, и что это был за клиент? Я несла каталог одной клиентки, а другая, просто посторонняя женщина на улице, девушка, вырвала у меня из рук и сказала: «Можно я буду заказывать у вас Эйвен?» Она сразу заказала там помаду и духи, и тени. Что тебе больше всего нравится в твоей роли представителя? Да, мне нравится, когда мне клиенты доверяют. Брать продукцию с максимальными скидками и кучу всяких бонусов, подарочков, вот это все то, что вот... То, что мы любим, девочки. Что для тебя значит красота, по-твоему? Красота, по-моему, это свежесть, ухоженность, гармония. Ну, красота – это Эйвен.